Всем здравствуйте! Приветствую всех на канале Дачные Советы. Поздравляю всех с Рождеством. Здоровья всем, счастья, хорошего настроения. В общем, все, чтобы было у вас хорошо и замечательно. В сегодняшнем ролике я хочу показать арбузы, репу, редьку и небольшой в конце видео обзорчик по всхожести семян. Начну я с арбуза Кай. Это гибрид фирмы Биотехника. Ранний, начинает созревать от полных всходов до начала созревания 70-75 дней проходит. Отлично подходит для выращивания в условиях пониженных температур и недостаточного, в общем-то, освещения. Форма овальная у данного арбуза. Масса плода 7-10 килограмм. Очень маленькое количество семян в этом гибриде. Сладкий, вкусный, замечательный арбуз. Арбуз Клондайк. Это сорт среднеспелый. От полных всходов до начала созревания 85-90 дней проходит. Проходит мякоть сахаристая, очень сладкая. Масса плода 10-11 килограмм. Очень хорошо хранится данный сорт. И вот такой вот замечательный арбуз, который очень мне нравится, называется он сверхранняя дютина, либо вот так вот сокращенно СРД-2. Это семка фирмы нам представляет. Это сорт ультраскороспелый, от полных всходов до начала созревания проходит 55-60 дней. Растение очень компактное, относится оно к виду одностебельных, очень короткие боковые побеги. Длина основного побега около 3 метров, 2-3 метра. Масса плода 4-5 килограмм. Мякоть зернистая, очень сладкая. Арбуз замечательный. Вот всем его советую, этот сверхранний дютина. Следующий вот такой вот овощ называется крукнек скрудж. Я его сама не выращивала, но покупатели очень у нас хорошо отзываются о данном овоще. Я даже не могу сказать, что это больше к кабачкам, либо к тыквам он относится. Но вот в этом году хочу попробовать. Растение кустовое, среднего срока созревания. От полных всходов до начала созревания 50-55 дней проходит. Плоды булавовидной формы, вот такие вот все бугристые, желтого цвета. Масса плода 0,5-0,7 килограмм. Мякоть кремовая или розового цвета, розоватого. Сочная, крукнек пригоден для свежего потребления и всех видов переработки. Ну, как вот на пакете у нас указано, предупреждает ожирение, выводит холестерин, хранится до января. Ну вот по рекомендациям покупателей, то отзывы очень хорошие, говорят, очень вкусные. Ну вот в этом году попробую. Выращивается, в общем-то, как кабачок. И в этом году буду пробовать вот эту тыкву. Марина из Киоджи в одном из комментариев мне порекомендовали вот эту тыкву. Ну, в этом году попробую. На вид она мне очень нравится. Такая необычная. Тюрбановидная такая, да, как больше на декоративную похожа. И вся какая-то она такая неровная, но интересная. Даже если она мне по вкусу не понравится, то вид-то точно мне понравится. Что еще хотела сказать? Вот лежат у меня тут два пакета томатов. Есть у меня такой комментарий по поводу томата Джина и Таня. Написали, что не очень они урожайные. Я, наверное, совершила ошибку, когда сразу начала снимать ролики и не предупредила, что вот во всех роликах, в которых я показываю какие-то гибриды либо сорта тех или иных культур, я всегда проговариваю и показываю пакет. Специально я снимаю очень близко к камере, чтобы даже если я забыла проговорить фирму, то на пакете вы все можете прочитать. Так вот, Джина и Таня, которые я показывала в предыдущем ролике, в одном из предыдущих роликов, они именно были фирмы Агрос. Я знаю, что данные гибриды и сорта еще фасуют разные фирмы, но во всех своих роликах, когда я показываю какие-то гибриды или сорта, обращайте внимание на то, какая фирма. Если вы будете, допустим, решили выбрать что-то из моих роликов по моей рекомендации, то обязательно на это нужно внимание обращать. Джину, Таню других фирм я не выращивала, я не знаю, как они растут.
у фирмы Агрос сажала я их, выращивала одну в 2009 году, одну в 2008. Замечательно было все, вот все как в описании. И урожай был хороший, и, в общем-то, плоды были хорошие. Поэтому вот повторяться больше не буду в роликах, но всегда обращайте внимание, вот какие я показываю фирмы, именно эти я и выращивала фирмы. Вернее, сорта либо гибриды именно этих фирм. Так, теперь что еще я в этом ролике хотела показать? Я еще хотела показать репы. Дело в том, что очень часто у нас покупатели привыкли покупать репу только петровскую. Но хочу обратить ваше внимание на то, что реп сейчас очень много разновидностей, очень много сортов. Я репу очень люблю, выращиваю каждый год. И хочу сказать, что самая вкусная репа, самая сладкая, это, в общем-то, вот такая репа белого цвета, белый низ и пурпурный верх. Вот она с пурпурным таким оттенком, нижняя часть, как правило, белая бывает. Репа не крупная, мякоть у нее белая, но эти репы самые сладкие. Вот я вам сейчас их покажу. Репа ранняя пурпурная, очень вкусная, розовый мед, замечательная репа. Это первая, вот эта фирма Сидеп, розовый мед, это фирма Листок. Снежный шар. Она такая немножко поострее будет, но тоже вкуснее, чем петровская Сидек фирма. Золотой шар, очень хорошая репа, Сидек фирма. Внучка, замечательная репа, очень вкусная. Это Аэлита. Желтая репа Кормилица, тоже отличный сорт. Это Гавриш фирма. Репа Гейша. Очень вкусная репа. Это Поиск фирма нам представляет. И следующее я еще хочу показать в этом ролике. Два вида редьки, которые мне тоже очень нравятся. Это одни из моих любимых редек. Редька Китайская Лоба, фирма Русский Огород. Замечательная и хранится очень хорошо. И не сильно острая такая, в меру. И сочная очень, ну замечательная редька. И редька Китайская Зеленая Богиня фирмы Аэлита, тоже мне очень понравилась. Я знаю, что многие маргеланскую редьку выращивают, я ее тоже выращивала, но вот в последнее время остановилась вот на этих двух редьках. Очень, особенно Лоба мне очень нравится, замечательная. И теперь я хочу показать такой видеоотчет по семенам, покажу по всхожести, и в конце ролика еще буквально на 4 вопроса отвечу. Так, сейчас мне камеру придется, наверное, взять в руки. Вот смотрите, здесь у меня стоят эустомы, которые я сеяла 26 декабря. Специально положила пакеты, они у меня все подписаны. Вот сейчас сначала я, наверное, покажу, что у них, в общем-то, всхожесть у всех замечательная. Тут вот у меня номера 3, 4, 5. Ну вот видно, что они все абсолютно взошли. Так, и тут у меня номера 6 и 7. Эти были посажены 27-го. Вот первая коробочка 26 декабря, вторая коробочка 27 декабря. Не знаю, будет видно или не будет. Очень, в общем-то, свет не очень, вернее, хороший. И сейчас я вам скажу, есть немножко тут не всхожих, сейчас скажу, какие и чего. Вот в этой коробочке номер 7. Номер 7 это у меня темно-синяя эустома махровая. Фирма это плазменные семена Агроника, профессиональная серия. 10 дрожинок здесь было. Это у нас номер 7. И вот ее она взошла вся, абсолютно вся, все 10 дрожинок. Многие пишут часто, что не всходят семена, которые покупают в магазине. Но вот я покупаю все у себя в магазине. Самое главное, чтобы они правильно хранились. Под номером 6 у меня эустома голубой румянец. Тут ее было... Так, тут ее было тоже 10 штук. 27 числа тоже посеяно. Но в голубом румян...
мянцы из 10 у меня не взошло одно семечко. То есть я считаю, что это замечательная схожесть. Тоже это же самая фирма Агроника. Вот она, вот здесь вот написано, профессиональная серия. Следующая коробочка, емкость, вот эта, которую я вам показывала. Сейчас я посмотрю, какие у меня тут не взошли. Под пятым номером у нас Pink. Это вот такая тоже, эта же фирма. Махровая Pink. Под пятым номером, сейчас я скажу, что у нас 10 дрожинок. Так, из 10 одна не взошла. Под четвертым номером эта же фирма Лилак махровая, тоже 10 семян под четвертым номером. Под четвертым номером тоже одна не взошла. Но может быть еще взойдет. Пока вот по одной вот из этих. И под третьим номером Лавандовое эхо, это фирма Гавриш. Тут было по 5 дрожжей, 2 пакета вот у меня их. Были они посеяны. Какого они? 26 числа. Из 10 тоже пока одна не взошла. В общем-то, но я считаю, что эта всхожесть очень даже замечательная. Если из 10 семян не всходит одно семечко, и то не факт, что оно не взойдет, возможно, еще и взойдет. Так, и теперь я хочу ответить на вопросы. Был у меня вопрос по загущенной посадке томатов. Какие томаты лучше посадить в теплицу, которые быстро плодоносят и можно выбросить будет кусты. К таким, конечно, лучше всего относятся два сорта. Это ляна, но она бывает ляна простая красная и ляна розовая, и бониэм. Вот из тех, что я пробовала, они лучше всех подходят. Очень быстро плодоносят, отплодоносили, все, кусты выбросили, урожай собрали. Конечно, не могу сказать, что они очень вкусные, но когда томатов еще нет, и вот для ранней вот этой загущенной посадки, они очень хорошо подходят. Они, конечно, не сказать, что у них вкуса никакого нет, но как обычные такие сверхранние, они не очень сладкие, в общем-то, вот так вот я могу сказать. Еще по поводу гортензии, вчера отвечала на вопрос, как можно изменить цвет гортензии, и забыла сказать, что гортензию, если вы меняете цвет, раскисляете почву, либо закисляете почву, то не забывайте, иногда она в этот же год, в это же лето поменяет цвет. Бывает, что это лето она остается с прежним цветом, и на следующий год она только цвет меняет. Поэтому не расстраивайтесь, если она сразу в первое лето не поменяет цвет. На следующее лето обязательно поменяет, если вы все сделаете правильно. Так, по поводу агата. Опять очередной у меня вопрос по поводу агата. Так, сейчас, секунду, я не взяла шприцы. Сейчас я их принесу. Так, по поводу агата. Вопрос, сколько нужно брать? И какой агат нужно брать, какой шприц? Вот этот маленький шприц, тут всего 3 мл. Он, конечно, больше подходит, если у вас нет сада. Если у вас только комнатные растения или дома вы выращиваете, там, допустим, перцы, огурчики, томаты, как горшечные культуры, достаточно будет, конечно, вот такого шприца. Но в сад я покупаю. Вот в прошлом году у меня было 2 шприца куплено. Один я использовала полностью, и вот этот вот он у меня оставался. От него я использовала всего 1 мл. Одно ведро я еще обрабатывала, уж не помню, что, по-моему, я в теплице поливала, и мне не хватило. Я брала вот второй шприц. Но, тем не менее, вот я его уже дома поливаю и комнатные цветы, и эустомки, и, в общем-то, я его уже тоже добиваю. Я думаю, что когда начнется массовая рассада, я его, конечно, весь использую уже. И по поводу разведения уже неоднократно говорю, конечно, шприцы разные. Видите, этот тоненький маленький, это толстый шприц. Так вот, если мы берем вот такой вот толстый шприц 20 мл, для профилактики, как я уже и говорила неоднократно, одно маленькое деление 1 мл для профилактики, это на 10 литров воды разводится. Если лечите растение, если у вас болеет растение, можно 3 мл сделать на 10 литров, можно 5, но там смотрите тоже, как, насколько растение болеет. Если вот у меня в прошлом году флоксы, ой, в прошлый раз, когда я лечила, вернее, флоксы, да,
у меня сильно болели, у меня практически от флоксов ничего не осталось. Я разводила 5 мл на 10 литров воды. Если растение только-только заболело, достаточно 3 мл на 10 литров воды. В общем-то, конечно, для сада лучше брать вот этот большой шприц. Тут он совсем, конечно, маленькая доза. Это вот всего из расчета, если профилактически, в профилактических целях, это всего на 3 ведра воды. Если в лечебных, то на 10-15 литров воды. И тут уже поделение можно высчитать очень легко. Так, и последний вопрос. Когда начинать сеять перец и баклажаны? И как лучше выращивать, с пикировкой, либо нет? Ну, перец и баклажаны нужно сеять тогда, как, смотря в каком регионе вы живете и когда вы будете высаживать их в открытый грунт. Вот я, допустим, выращиваю в открытом грунте баклажаны, но сначала я их укрываю под укрывной. Я ставлю дуги, высаживаю баклажаны. Это где-то в 20-х числах мая. Тоже смотрим мы по погоде, какая температура. Ну вот у нас в Свердловской области я их сажу после 20 мая. Укрываю укрывным, прокладываю еще под укрывной бутылки, баллоны темного цвета, темно-зеленые или темно-коричневые, я уже говорила, наполняю их водой, чтобы они за день нагревались на солнышке и ночью отдавали это тепло. Рассада должна быть 45, ну максимум 50-дневная. То есть вот надо высчитать, рассада 45-50 дней, к этим дням нужно прибавить еще дней 10 на всхожесть, потому что мы же не знаем, сколько будет сходить. Поэтому где-то за 60 дней семена нужно посеять баклажанов и перцев. И как я их выращиваю? Я выращиваю их без пикировки. Можно посеять вот в таблеточке, которую я сейчас показывала. Пополам разрезать их. По одному семечку посеять и потом стаканчик с землей. Иногда я сею сразу в стаканчике с грунтом. Ни пикировку я не делаю, ни баклажаном, ни перцем, только томатом. В общем-то, по срокам смотрите, когда вы будете высаживать. Рассада должна быть не больше 50 дней, 45 оптимальный срок. Передерживать рассаду дома не нужно. И прибавляйте дней 10, ну 12 можно прибавить на период всходов, пока она взойдет. Ну, в общем-то, этот ролик я закончу. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Желаю всем всего самого наилучшего в этом году. Всем пока-пока.